Ебать, Марк, нахуй. Братан, ты для чего девчонок позвал? Ай, бля, иди наебана. 100 000 раздеваем вот и белый. Че вы этих огрусите, блядь? Мы сейчас едем в стрипуху, ебать. У него жена, двое детей, ебать. Дайте пацанов в стрипуху гонять на. Ебать, еще одним деревьям. Пацаны, ебать, заебали на ровном месте. Бля, братан, в смысле запустили стрим? Попробовали. Попробовали что? Запустить. У тебя внезапные, да, планы, брат? Да, да. Пацаны, это внезапные планы. Я, если честно, сам не знал, что стрим запустится. Вот сижу там пару метров от Эрика, и он такой говорит, стрим запустится. Я говорю, в смысле запустится? Прихожу, он уже запустился. Да, блин. Братан, ты для чего девчонок позвал? То, что там хотела. Я их позвал для чего? Да, мы сейчас начнем стримить, и не уйдут, и ты опять расстроишься. С Димом такого не будет, да? Да, да, да. Да нет, зачем? Бля, девчонки, прикиньте, вы открывайте глаза, нас нет после этого дыма. Пиздарики, нахуй. Исчезли, блядь. Да, блядь, как ракету запустить, блядь. Заклинание, блядь. Сундук. Фу, блядь. Хочешь угадать? Блядь. Блядь, а. Тупой вообще. Мои, да? Да не важно, серьезно, типа на шею лежу. А, это? Типа, какая разница? У меня адаптируется к любой ситуации. Заклинание ты хочешь ебануть? Да, тут такая хуйня. Сундук. А где ракета эта, блядь? Спилдрок. У тебя есть паспорт, да? Давай за себя выйдем. Я не знаю, самый лучший момент для Эдика. Эдик, хочу за сиками выйти, что думаешь? А? За сиками хочу выйти, что думаешь? Да можно. Сейчас прям? Что, ты серьезно? Ну я хочу покурить сиги. Ну внизу магаз. Это я знаю, да. Но все равно меня минут 10 не будет. А что ты глупо? Ну 5. Ну давай, я тут буду. Я посмотрю за ними. Проконтролирую движение. Мне по-любому она нужна, потому что у меня паспорта нет. Давай. Здорово, здорово вообще. Давай. Ты один? Ага, хорошо. Вы сейчас серьезно про маму ебанули, ребята? Пацаны, сами понимаете, что вы этих огрусите, блядь? Мы сейчас едем в стрипуху, ебать, вы загружаете пацана на ровном месте. Да, грузят. Одно, второе, видос, когда стримы, когда... Что вы заебываете, типа, дайте отдохнуть, типа, у него жена, двое детей, ебать. Дайте пацанов в стрипуху трое. Гонять нормально. Трое. Трое, ебать, еще одним деревьям. Ну. Это не шутки, нахуй. Я один в полевой, я один в пацаны, полевой. Ебать, заебали на ровном месте, ебать. Жестко. Он там хочет вас удивлять, но вы его чё грузите-то? Разрыхли эту ситуацию. А, Марк, когда пран на РЛе? Короче, пацаны, мы с Биллом планируем один пран крупнейший. Ну, блядь, не крупнейший, но тем не менее интересный.
И вот мы думаем начать подготовку сериал стрима. Слушай, видел, что происходит? Что? Смотри, ебать. А, блядь, сейчас. Что там происходит? А, не, она уже убрала. Она прям ноги прям на бар закинула. На туре? Да. А, блядь, иди наебана. Тут можно пиздеть все, что хочешь, чтобы не забанить. Короче, пацаны, 100 тысяч раздеваем вот эту белую. На туре? 100 тысяч чего? Тугриков. А? Тугриков. Это кто? Ну, валюта такая. Там? Марк, что мерч тебе брать? Marbulakmerch.ru. Пацаны, тёмки пишут, что хотят, конечно же. На туре у тебя твой мерч? Нет. Marbulak, твич твой, Marbulak. Пацаны, дайте совет Эдику. Он просто затерялся немного. Подожди, это же этот поет. Ганвест. Он же участвовал в видосе «Самые тухлые рэперы». Это Техник, Ганвест и Чипинкос. А почему тухлые? Ну типа они непонятно, что хотят, непонятно. Такой хай, понял, мимолетный такой. Пролетел, ушел. Пацаны, кто Чипинкоса слушает на серьезном ебале? Есть такие? Чипинкоса на серьезном ебале. Я вообще не слушал его. Я видел его клипы, у него разъем. Клипы каждый день выходят. У Чипинкоса? Mm-hmm. Конечно. Человек, зовите, будет заебись. А кто не хочет? Что не хочет? Под стрим. Беленькая хочет? Да никто не хочет. Не, я думаю, никто не против. Да? Ну, беленькую. А типа ты врубил стрим, казик покрутить или просто поорать? Просто будем без казика. Сегодня без казика. Пацаны, сегодня без казика. 100 тысяч мы вырубаем стрим. Не-не-не, онлайн поднимем, хотя бы тысячу человек поднимаем и сразу девчонок. Сразу же, ебать. А, на 1000 девчонок зовем? Да, сейчас 600. Беленькую тащи, говорят. Не дай бог, оно знает, на каких ты скоростях. Не дай бог, оно знает, где ты, чья душа. А вчера поздно, а мне свежего... Ебать. Ебать, Марк, нахуй. Это Марк Булах? Ты че, блядь? Братан, ты че трубку не брал? Да ты где? Позвони, ты че? Ты че посекул? А? Там пиздец, что за ситуация была. Сейчас тёлки приедут. Ты один тут? А? Я с медведем, блядь. Ты будешь чего-нибудь, не? Ты че, блядь? Там пиздец, что за ситуация была. Вот здесь носки кинь. Ты че посекул, блядь? Ты с такси выскочил так? Да не с такси, блядь. Короче, меня в лес привезли, там что-то высыпать. Здесь поло, короче. Я сейчас позвал двух-трех подруг. Мы можем, короче, поехать к ним на квартиру, у них... Мне нельзя, мне жена. У меня кольцо. Я не могу, бля. Короче, что-нибудь придумаем. Сейчас есть поло? Нет, ты можешь их ебать, я буду смотреть на это. Только если ты снимешь. И мне канал поможешь, пока мне канал выложим. Да. Я даже на Новый год подрубил стрим на 5 минут. Меня смотрело 300 человек. Тебя? Нет, Марк, на самом деле, гениальнейший образ забирает и тот самый стиль, за что вы любите смотреть нас в связке. Если кто-то думает, что он, блядь, заскакивает сюда под какими-то веществами, которые я осуждаю, нет, со мной люди находятся всегда в адеквате. Ну, максимум алкоголь, потому что у меня бар есть, и все. Марк, объясни им, что ты, блядь, адекватное состояние. А, блядь, я думаю, они и так понимают, не? Ну, некоторые вообще... Пацаны, кто думает, что я солевой, я в жизни даже не пробовал соль, я, блядь, что-то слышал, где-то видосы видел, я вообще не понимаю, что речь идет. Я люблю, блядь... Наше окружение, это... Девчонок, кисок, деньги и, блядь, контент качественный. Все, вот это, все, думает, все. Мне похуй. Так что думайте, что все будет хорошо. Стрим сейчас будет.